Россияне назвали главные слагаемые счастья. Например, для большинства россиян важно засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Такой формат счастья выбрали порядка 20% респондентов. Также среди лидеров опроса – семейное благополучие, сбор чемоданов в путешествие и выигрыш в лотерею. Интересно, а что для счастья нужно саровчанам? Человек должен стремиться вообще к всему только самому лучшему. В плане своей жизни он должен достигать своих целей. Наверное, в этом и счастье. Я считаю, что нужна работа, которой хочется работать, и за люди, с которыми хочется жить рядом. Осенью, солнце. Счастье нужен мир, чтобы всегда было спокойно и мирно, чтобы не было войн, чтобы у людей как бы за завтрашний день было спокойствие. Это самое главное. Ну, во-первых, надо здоровье, чтобы никому не приносить проблемы со своим здоровьем, и, конечно, семейного благополучия. Семейное благополучие и большое количество денег. Для каждого счастье это свое. Кому-то финансовое благо, кому-то духовное благо. Для меня лично духовное благо. Ну и без финансовой поддержки тоже не обойтись. Главное это здоровье. Дай Бог всем здоровья, счастья, ну естественно и любви, и мир над головой. Это самое главное. Чтобы дом был в порядке. Муж хороший, дети послушные, в них все хорошо складывалось, и в семье все был порядок, добро, доброжелательность, недостаток, конечно. И хилиться. А как? Играйте. То есть ты счастливый человек? Здоровый должен быть человек. В личной жизни все должно быть хорошо. Здоровые дети, умные. Ну, не знаю еще. Может быть, и деньги тоже имеют свою роль. Посадить дерево, построить дом и вырастить много-много детей. Ну, это сложно сказать, что для счастья надо. У каждого свое. Для меня вот семья самое счастье. Больше ничего не надо. Для счастья. Вот. Дети для счастья, больше ничего нет. Да здоровья.